20 лет в детском саду «Искорка» существует ансамбль «Зарни Тусь». Ребята танцуют, поют и даже играют на коми народных инструментах. То, что малыши свободно общаются на коми, впечатляет. Сегодня не каждый детский сад может похвастаться углубленным изучением родного языка. Подготовишки поют, читают стихи и ставят сценки. Коми-ансамбль отличается яркими костюмированными представлениями. Мальчишки с гордостью выступают в белых рубахах, девочки в вышитых сарафанах. Национальный гардероб создан руками портнихи детского сада и переходит от одного состава коллектива к другому. Мы приобщаем детей к коми-культуре, к языку. Вот дети узнают традиции. Вот. Те же самые вот коми-народные песни мы сегодня разучивали. Вот как раньше было, вот с бытом знакомим и так далее. Название ансамбля весьма символично. «Зарни Тусь» в переводе с коми «золотое зернышко». Как считают педагоги, что в раннем возрасте посеешь, то в будущем и пожнешь. Вот и сеют воспитатели в детях любовь и уважение к родной земле. А малыши, в свою очередь, как губка впитывают всю эту информацию и гордятся, что теперь владеют сразу двумя языками. Мы его учим, чтобы быть популярными, и потом выступать. Потому что у меня бабушка поет песни на коми-языке и разговаривает по коми. Выучила слова, цвета, там всякие песни, танцы. Коми-ансамбль «Зарни Тусь» принимает участие во многих городских концертах и конференциях. На подобных мероприятиях ребята представляют репертуар более высокого уровня.